Совсем недавно маленький Citroën C3 Aircross получил рестайлинг от самого Пьера Леклерка. Суть этих изменений передает пресс-релиз. Если прежний Aircross демонстрировал доброжелательность и свежесть, то новый достиг зрелости. Сенсорный экран медиацентра увеличен до 9 дюймов против прежних 7. Добавлена беспроводная зарядка телефонов. А еще внедрены кресла Citroën Advanced Comfort, ранее известные по моделям C4 и C5. Техническая начинка не изменилась вовсе. Это бензиновый атмосферник, турбированный дизель плюс 110-сильная надувная тройка. К двум младшим прилагается шестиступенчатая механическая коробка, а к более мощному движку – автомат. На цены без содрогания не взглянешь. С 82-сильным моторчиком французский кроссовер стоит 1,5 миллиона рублей, а в мощных версиях уже 2. Впрочем, едва ли это кого волнует. В кризисном 2020 году тираж модели едва превысил 100 штук. Шкода Октавия наконец обзавелась базовой модификацией со 110-сильным атмосферным мотором и механической коробкой передач. Купить такой лифтбэк реально за неполные 1,5 миллиона рублей, то есть отказ от автомата позволит сэкономить 60-70 тысяч. Как выглядит базовая версия, показывает фирменный конфигуратор. Белый цвет бесплатный, а за один из 6 альтернативных нужно доплатить 20 тысяч рублей. С механикой Octavia может разогнаться до сотни за 11,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет 198 км в час. Мотор делается на Калужском заводе, а сама машина – на Нижегородской площадке. И еще. К топовой комплектации Style Plus за 41 тысячу рублей теперь можно заказать камеры кругового обзора. Правда, к дилерам всевидящие автомобили попадут только осенью. И финальная новость, посвященная российскому рынку. Поскольку мировой автопром накрыло жесточайшим дефицитом, каждый производитель выкручивается как может. Скажем, родной АвтоВАЗ выпустил ободранные, как говорят заводчане, версии X-Ray, Largus и Vesta. У них нет круиз-контроля, медиа-системы, а руль стоит самый обычный, без кнопок. Такие версии обойдутся дешевле от 8 до 20 тысяч рублей. А главное, их можно купить здесь и сейчас, тогда как богатые комплектации приходится ждать по несколько месяцев. Как уверяют дилеры, к потере круиза клиенты относятся спокойно, а поставить мультируль и акустику продавцы готовы своими силами.